Почти в каждом городе Израиля есть свой парк. Многие парки обустроены современными аттракционами. Но не каждый знает, что в городе Ришон-Лицион есть парк Суперленд, в котором есть, кроме аттракционов, еще и озеро. Парк расположен в 12 километрах от Тель-Авива. Я еще помню, когда вот эта вся территория выглядела вот так. Здесь были барханы и выглядело как пустыня. Но в 1996 году на этом месте начались работы по возведению парка. Суперленд в Ришоне – это огромный парк развлечений. Здесь есть все для веселого семейного отдыха на природе. Парк занимает большую территорию, и чтобы его обойти весь, понадобится очень много времени. У парка развлечений есть одно важное отличие от других парков. Здесь не нужно платить за каждый аттракцион отдельно. Достаточно купить входной билет в парк, и можно проводить в нем времени, сколько вы хотите. Посещать различные аттракционы, какие пожелаете. Хоть по несколько раз ходите на аттракцион, и все это будет входить в эту стоимость. Сейчас декабрь, и парк не работает, он работает летом. Для гостей при входе в парк установлена большая доска типа карты, по которой можно понять, где и что находится. В парке насчитывается более 30 аттракционов, которые рассчитаны на любой возраст и интерес. Лучший способ познакомиться с парком – это сразу сесть на канатную дорогу. Она проходит на большой высоте, поэтому весь парк будет как на ладони. А я вот сейчас подошел к воротам, они закрыты. Ну, здесь вот видно, как там внутри красиво. Ну, что делать? Все будет летом. А пока я пойду, обойду парк с другой стороны. А на другой стороне находится озеро, и мы сейчас туда подойдем. Как я уже говорил, парк и озеро были основаны в 1996 году, и это было первое искусственное озеро в городе. Мы все знаем, что Израиль стоит на песке. Это не Норвегия, где с каждой...
А вот здесь вот еще и куры декоративные, петушки бегают. Вот какой красавец стоит. Я иду дальше по набережной. С левой стороны там автомобильная стоянка большая. Вот здесь очень красиво сделано ограждение. Вон там ездит садовник, подстригает траву на машине. Я иду по дорожке. Это северная сторона озера. И здесь видно, с левой стороны расположены различные кафетерии, рестобары. Мы видим здесь надпись Black. Дальше мы видим кинотеатр. Это многозальный кинотеатр. Это его задняя сторона здесь. А я сейчас пойду по деревянным мостикам в сторону озера. Вот это вот мостик такой деревянный, выполняет функцию пешеходной платформы над берегом. Впереди такая вот беседка, и таких беседок здесь две. Там скамейки. Вот я сейчас подошел к ней. Обратите внимание, вот здесь вот внизу зеленая, это все лилии. Сейчас они не цветут еще, но посмотрите, какая большая площадь. Я видел летом, как здесь красиво все в цветах. Вот это все подо мной, это все лилии. А дальше озеро. С правой стороны там колесо обозрения. Вот, хорошо видно это колесо. Это западная часть озера. Вот на восточной стороне, вдали вон видно там, расположен на берегу уникальный комплекс Playbox. Это он открылся в 2016 году. Первая аэродинамическая труба в стране. Это симулятор, безопасный тренажер, имитирующий полет в свободном падении.
там такой восходящий поток дует со скоростью 300 км в час, позволяет парить в воздухе. Так это написано. Но я иду по дорожке вдоль озера. И вот с правой стороны вот все это лилии там зеленые. Развилка, там дальше еще одна беседка есть. Я сейчас поверну направо. Это передо мной вот сейчас видим новый этот кинотеатр. Правее от кинотеатра расположен большой банкетный зал. Это зал торжеств. Здесь проводят свадьбы, различные мероприятия. Тут есть зал крытый, есть на улице большой зал. Вот цветут цветочки, хотя на улице и декабрь месяца, деревья зеленые. Большая автомобильная стоянка. Это на несколько тысяч автомобилей здесь. Даже точно не знаю сколько. Вот Суперленд передо мной, поскольку он сейчас не работает, аттракционы стоят, вот американская горка, еще там какие-то аттракционы. Вот вход в кинотеатр, большой экран с улицы, вот мигает. Это кинотеатр, его лицевая сторона, вот такой он большой, там многозальный, он. Планета называется. Ну а я заканчиваю нашу экскурсию в Суперленд, и, как всегда, до свидания, до новых встреч.